Всем добрый день. Хочу вас познакомить с такой замечательной яблоней, как богатырь. Это уже известный и всеми любимый сорт. Вот сейчас у нас август скоро заканчивается, наступает сентябрь. Это яблоня зимняя. Вот этому моему дереву, я не знаю, видите вы сейчас его хорошо на камере или нет, примерно 8 лет. То есть это дерево высокорослое. Ну, плоды, посмотрите, какие крупные. Еще раз повторяю, что это яблони зимнего созревания, то есть это совсем позднее. То, что мы можем оставлять, да, если мы, как говорится, правильно это, ну, там, многие натирают маслом, многие кладут в солому. То есть до весны мы можем хранить спокойно эти яблоки. Они очень ароматные, поскольку это скрещенный сорт с антоновкой. Что можно сказать еще про эту яблоню? В принципе, она не подвержена никаким заболеваниям. Она действительно зимостойкая, очень устойчивая и к засухе. Посмотрите, какие плоды. Единственное, что, как говорится, если позволяет место, то ее обязательно нужно, конечно, иметь на своем участке. Но еще раз повторяю, что это сильно рослая яблоня. Высота этой яблони достигает 5 метров. И крона может раскидываться до 6 метров. Поэтому, кто сажает сорт богатырь, имейте в виду, что вам действительно нужно много места. Ну, давайте еще раз покажу вот такие замечательные плоды. Скоро мы их будем собирать. К сожалению, на зиму мы в этом году не будем их упаковывать, чтобы есть весной. Помните, да, то, что какая антоновка, они действительно лёжкие, то есть хорошо лежат. И действительно, они немного только теряют влагу, да, сморщиваются, но весной вполне возможно, что каждый из вас, кто хорошо сохранил эти яблоки, может наслаждаться этим ароматом. Так что сорт богатырь, кому позволяет место, сажайте и наслаждайтесь его плодами.